Але як то я сьогодні спочатку програми нашої казав, що приказку таку, так, хто знає свою історію, той володіє світом, так? І саме сьогодні про історію нашого рідного краю будемо сьогодні спілкуватися з дуже цікавою людиною, з гостем нашим Олексієм Кравченко, який є краєзнавцем і вивчає саме історію нашого рідного краю. Доброго дня! Доброго Вітаємо вас у ранку. вашій студії. Розповідайте, будь ласка, яка у вас цікава робота? Що ви робите? Де ви працюєте? Чим займаєтесь? Що шукаєте і що знаходите? Ну, вообще по профессии я юрист, а краеведение это, скажем так, вторая профессия, хобби. Хобби, переросшее уже некоторым образом в профессию. Совместно с ребятами с общественной организации «Форум Скамейка». Это организация сайта «Николаевский базар». Светлана Крыльченко, Николай Пономаренко, Дима Аранский, Андрей Шинкаренко, Вася Тарубара. Мы ездим по Николаевской области, по районам, по селам. Когда на колесах, то есть автомобильным транспортом, когда пешком. Чаще пешком, поскольку больше можно увидеть таким образом. Ездим для изучения истории Николаевщины, к сожалению, забытой, ушедшей в забвение. В частности, меня интересует в большей степени проблема сохранения каменных крестов на территории Что Николаевской это за области. кресты, немножечко подробнее? Это надгробные памятники? Да, это Или это... намогильные сооружения, скажем так, есть такое выражение мемориальная пластика, предметы мемориальной пластики. Еще в конце 90-х годов мне попалась небольшая статья, автора я уже не припомню, в которой обозначалось, что чуть ли не все каменные кресты, которые находятся на территории Николаевской области, это казацкие кресты. Ну, не может такого быть. Уже тогда закралось сомнение, поскольку, да, на территории Николаевской области казаки проживали более-менее компактными группами и в конце 17 века, 18 веке, но сам Николаев был основан гораздо позже, когда казачество, именно запорожское казачество, уже ушло в небытие. Осталась только память, остались отдельные представители. Да, было Черноморское казачество, у нас здесь Бугское казачье войско. И вот поиски каменных крестов, их изучение, их каталогизация, классификация. Сейчас уже, после стольких лет, дают основания говорить, что не все, далеко не все каменные кресты, которые сохранились, к счастью, сохранились, они, это кресты на захоронениях запорожских казаков. Скажите, пожалуйста, как вы их находите, то есть где вы их находите, каким образом идет сам поиск, где берутся источники их нахождения? Основной источник это, естественно, карта Николаевской области и интернет. В интернете сейчас достаточно много источников оцифрованных. Это архивные данные, это труды, допустим, труды такого апостола, как Дмитрий Яворницкий, который изучал историю запорожских казаков на протяжении многих-многих лет. Его трехтомный труд это источник, кладезь, настоящий кладезь информации о быте, о жизни запорожских казаков. Перед посещением определенного района, определенных населенных пунктов, ведется их изучение, поверхностное изучение, чтобы знать, куда идти. Естественно, что основным местом расположения каменных крестов является кладбище, старий цвинтарь. Для того, щоб наші глядачі мали уяву, що це за хрести, як вони виглядають, я пропоную передивитися фото вже ваших хрестів. Тому прошу режисера поставити.
Так, скажіть, пожалуйста, трошечки пізніше. Да, трошечки пізніше, там у нас невеличкі такі труднощі. Скажіть, пожалуйста, як вообще относится, так сказать, население местное к тому, что вот приходят люди извне и идут на кладбище? Сейчас очень много, ну, понятная причина, вы понимаете, много и вандализма есть, и всего прочего, и вдруг появляются люди, что-то делают с крестами, фотографируют, смотрят. Как к этому относятся люди? Зачастую с пониманием. У нас, конечно, народ немножко не привык к такому, особенно в сельской местности, где каждый знает друг друга в лицо практически, и тут появляются, вы правы, появляются новые люди, ходят что-то, выискивают, вычищают, поскольку для того, чтобы прочитать, так сказать, каменный крест, прочитать надписи на нем, очень часто приходится работать физически. Это и наждачная бумага, причем очень-очень аккуратно, чтобы не повредить сам текст. Это и простая вода, это мел. Ну, в конце концов, и современные достижения, но это уже дома, когда фотографируем, и при помощи различных программ, при помощи перевода в негатив пытаемся вычитать надписи. Иногда случаются, конечно, казусы. В прошлом году были в Очаковском районе. Кстати, стоит отметить, именно в Очаковском районе каменных крестов сохранилось достаточно много. И в первую очередь это заслуга самих местных жителей. Они стараются не хоронить, не производить захоронения на территории бывшего кладбища. Вот мы как раз видим на экране эти кресты. Вот прокомментируйте нам, пожалуйста, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Ну вот данные кресты – это кладбище в Баловном. Действительно, это каменная плита, это не крест. Баловна являлась одним из казацких поселений, казацких зимовников. И каменных крестов сохранилось достаточно много. Самый старый, известный нам каменный крест, датированный 1700 87-м годом, то есть еще до основания Николаева, расположен как раз в селе Баловна Новоодесского района. Это такая красота, поверьте. Одно дело фотография, другое дело вживую это увидеть. Камень, он как бы живой. И когда пальцем стучишь по кресту, такой тонкий звук, аж хрустальный, можно сказать. Скажите, пожалуйста, какие надписи сохраняются? Что писали на этих крестах? Мы видим, что здесь еще такой немного даже славянский шрифт видим, да? Старославянский да. Шрифт мы видим. Видим письменность, которая может датироваться 19 веком, да? Просто сам шрифт нанесения, да? Вот. Что писали? Какие надписи хранят эти кресты сегодня? Самые разнообразные. От самых простых эпитафий. То есть любая надпись на могильном сооружении – это эпитафия. От самых простых – дата жизни, смерти, до несколько расширенных – здесь погребено тело такого-то, такого-то. И вплоть до того, кто выполнил, кто сделал данный крест, и кто его поставил, соорудил. В том же селе Баловна имеется крест, зрители видели его на фотографии, который имеет подпись. Сей крест сделал Никита Кресторез. В литературе и нашей областной литературе, наши николаевские исследователи этим вопросом занимались, одесские исследователи, встречалось, что у запорожских казаков был свой казак, который занимался непосредственно изготовлением креста. Никита Кресторез. В краеведческом музее хранится даже часть креста, крест разбит, к сожалению, найденного в районе села Лиманы Лупарева, Жовнего района, с такой подписью. Но вживую увидеть саму подпись мы смогли только вот в селе Баловна.
Крест датирован 1791 годом. Скажите, пожалуйста, те данные, которые вы собираете, передаете ли вы их в краеведческий музей либо в какие-то архивы государственные? То есть сотрудничаете ли вы с официальными органами, которые занимаются вот краеведением в нашей области? Обязательно. С краеведческим музеем мы имеем самые теплые отношения и сотрудничаем по всем направлениям. Это касается не только крестов, а всей работы. У них берем некоторую информацию, они нам передают информацию. То есть идет взаимообмен. Но в будущем, я очень на это надеюсь, что хотим, что это получится, хотим сделать своеобразный каталог. Пока эти кресты сохранились, хотим сделать каталог по всей Николаївській області. Скажіть, а ми бачили, в принципі, на фото, що багато, взагалі вже велика кількість хрестів винайдена вам? Я вам точную цифру озвучить не могу, но некоторые районы, допустим, Очаковский, Жовтневый, Николаевский, Новоодесский, то есть в основном близлежащие районы с Николаевым, они отработаны практически полностью. Полностью, да? К сожалению, очень много крестов разбито. Об этом писал, кстати, еще Яворницкий в середине 19 века, что старые казацкие кресты используются в качестве фундамента при строительстве новых домов жителями. За столько лет ничего не поменялось. Абсолютно ничего. Их выдергивают. Это очень хороший камень. Это дикий ракушечник, известняк. Выдергивают из земли, собирают остатки, ложат фундаменты домов, сараев. Из крестов очень часто можно увидеть сооружение забора, ограды каменной вокруг самого старого кладбища. В разных селах, в разных районах к этому вопросу. А в некоторых селах сохраняют, как в Баловом, сохраняют эту память. Да, да. А вы можете сказать, где вы зараз працюете, где вы зараз раскопки робите? Ну, це не розкопки. Не розкопки, ну, розкопки ми не производимо. В землі не копаємося. Тільки то, що поверхність землі. Тобто тільки то, що дозволено законом. Ну, от останній наш вихід був 11 июля. Це село Петрова-Солоніха, село Кир'яковка, Николаївського району і село Кам'яна Балка, бувша Крюковка. Так, кстати говоря, бывшее поместье известнейших помещиков Николаївських Богдановичей. Поработали там, нашли очень много интересных вещей. Ну что ж, мы желаем вам успеха. Это действительно очень интересная сфера деятельности. И для краезнавческой деятельности наших музеев, я думаю, тоже ваш опыт, наверное, будет очень, очень ценен. Да. Вот, спасибо, спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Вот, желаем вам успеха.